у меня первый влог на моем канале. И я жду сейчас свою подругу Ингу. Мы с ней собираемся, и мы сегодня идем на концерт. Сегодня 9 августа, в 7 часов концерт, поэтому мы собираемся. Я уже помыла голову, и мы идем на концерт. Смотрите дальше. Моя подруга уже пришла. И мы сейчас будем готовиться, краситься и все такое. Мы уже накрасились, и сейчас только 5:30. Еще рано. К нам придет еще одна моя подруга Аня. Мы тебя очень ждем. Я знаю, что ты будешь смотреть. Встретили мою подругу Аню. Аня, помахай. Вот, и вот здесь Инга. И мы сейчас уже возле крепости. Идем. Вот, ну, правда, уже, наверное, 7:30. Но 100% мы уже знаем, что он всем никогда не начнется. Так как обычно. Вот, будет море фотографий. Да? Да. И будет классно. Ребята, концерт Maroof отменили из-за того, что какие-то там... Не свети, пожалуйста. Короче, там организаторы что-то там мне не понравилось, и поэтому отменили, короче, концерт. Мы сейчас идем гулять по городу. Вот. Ну, самое главное, что мы пофоткались. Да, девочки? И провели классное потанцевали, время. Все такое. Ну, конечно, мы немножко расстроены из-за того, что она не приедет, потому что мы так ждали. Так, слышишь, 200 гривен просто на выезд. Вот. Но мы, конечно, завтра будем идти разбираться по поводу билетов и всего остального. А сейчас мы не теряем время, мы идем гулять. Всех люблю.